На эфирном телевидении очень жесткая конкуренция. Запомни, чтобы удержаться на месте ведущей, надо чем-то зацепить аудиторию. Платье надо укоротить. Столы высокие не случайно. Женщины повсюду, они даже играют в гольф и теннис. Алло, отдел кадров, тут кое-кто против женщин. Кажется, мне придется перечитать договор. Отношения за кадром было еще хуже. Ты мужа ненавистница, научись ладить с парнями, ты профи, но с тобой много возни. У меня тут список его высказываний. А другие женщины вас поддержат? Я хочу убедить вас, что мое место в эфире, мистер Эйлс. Мне кажется, Fox News меня ждет успех. Я мог бы взять вас и переставить в начало очереди, но вы должны быть мне преданы. Найдите способ мне это доказать. Ты знаешь, почему у Роджера звуконепроницаемая дверь? Кто-то должен заговорить, кто-то должен быть первым. Гретхен Карлсон обвиняет Роджера Эйлса в сексуальном домогательстве. Что она делает? Это убьет мою телесеть. Нужно собрать всех, кто за Роджера. Это тебе, надень. Кажется, тучи сгущаются. Хоть кто-то из женщин выступил против него, кто-то из моих коллег. Ты же понимаешь, чем мне это может грозить? Определись, с кем ты. Там дядя с фотоаппаратом. Ты готова к войне? О, да.